Здорово, бандосы, мы тут с Ашаном приехали посмотреть на копию Ашанкина. Здорово, вот и я, вот ты где. А ну иди сюда, мой пи***дюк. Довольно напряженный был переезд, ехали с обозами. Инспектировали дня три. Рожа опухла, капец, у Ашана руки трясутся. Заодно проинспектировали ресторан «Седьмое небо». Вполне нормальный, почти как наш. Ну, я надеюсь, вы не очень скучали. А вообще, инфоповод к очередному подкасту был уже несколько недель назад, когда канал перешагнул рубеж в 5000 подписчиков. Но, к сожалению, сделал я подкаст только сейчас. Сразу хотел бы поблагодарить вас за то, что не убежали с канала во время праздников, когда видосы не выходили. К сожалению, по какой-то неведомой мне причине пост в группе ВКонтакте о моем отъезде и информация об этом в расписании не опубликовались. А с гаджетов у меня к этому всему доступа нет, только с домашнего компа. Поэтому всем еще раз большое спасибо, что остаетесь на канале. Всех от души поздравляю с прошедшими праздниками, с 1 мая, с Днем Победы. Надеюсь, у вас все хорошо и отметили вы их на отлично. Теперь о том, что происходит на канале, какие планы и что вам ждать в будущем от канала. Как некоторые могли заметить, на канале появилась реклама от Ютуба. Я сам этого не ожидал, когда приехал домой, и сильно удивился. Прошло почти полгода с момента подачи заявки до подключения к партнерке. Ютуб поражает своей оперативностью. Для тех, кто не в курсе, партнерка позволяет подключиться к медиасети и иметь ряд бонусов. Ну и зарабатывать некоторые деньги, если, конечно, на канале миллион другой подписчиков. В остальных случаях авторы уходить на фулл-тайм в медиабизнес не спешат и предпочитают оставаться на текущей работе. Это даже с учетом прямой рекламы, всякого казино и прочего говна, показывающего неуважение к своим зрителям. Хотя добротные напитки, какие сам употребляю, я бы порекламил, а пока только рекомендую. Так что пока канал приносит мало, он остается в рамках хобби. И я в этом плане не исключение. Хотя вы всегда можете поддержать канал лайками, полными просмотрами роликов, добавлением канала в исключение на отблоке или банальной прямой поддержкой на стримах или на Патреоне, если я вдруг его подключу. Мне лишние деньги не помешают, да и покупка более качественной аппаратуры всегда только в плюс. А когда я пойму, что можно выходить на фулл-тайм в блогинг, то видосов станет больше и их качество вырастет. Ладно, хватит о капитализме, теперь информация о социализме. Контент на канале выходит абсолютно разный, порой даже диаметрально противоположный. И мне при этом совершенно непонятна реакция ряда зрителей на некоторые вещи. Например, на ролик о похождениях Ашана, снятый на сервере канала по игре Seven Days to Die. Кто не в теме, Ашан — это некий локальный мем, собирательный образ героя, у которого вместо ног растут руки. Мем зародился в процессе стримов по игре Oxygen Not Included, и впоследствии образ героя был перенесен в ролик о похождениях спецагента Ашана Алкашана на сервере. Предупреждение о грубой лексике героя было сделано в начале видеоролика, да и основная масса аудитории канала уже давным-давно окончила школу-институт, поэтому мне было странно осознавать, что есть люди, краснеющие при слове «писька». Как бы там ни было, сатирические похождения Ашана на сервере будут продолжены, потому что я бы хотел показать, чего там понастроили ребята. А подобное игровое кино вполне способно это показать. Теперь о более интеллектуальных вещах. Есть у меня желание сделать ряд гайдов по игре Факторио. Изначально я хотел все это оформить в виде одного большого гайда, но почитав много разных отзывов, я решил все-таки оформить плейлист из тематических роликов. Так что все круто, но переделываю. А точнее, как только, так сразу. Касаемо RimWorld HSK. Сезон племенем, как я и говорил, будет продолжен без монтажа. Также будут проводиться стримы по игре. В ближайшее время, я надеюсь, получится подключить донатные ивенты, и каждый желающий поддержать канал и поглумиться над стримером сможет за небольшую сумму поучаствовать в происходящем. Аналогично, со следующей недели я начну похождение зеленых ашанов в космосе, а именно Kerbal Space Program. Игра также будет маломонтажной, ну и ввиду отсутствия опыта игры будет много боли и отчаяния. Поэтому, если вы большой спец в ней, у вас только два варианта. Не смотреть видосы по игре или помочь мне побыстрее освоить ее своими грамотными советами. Надеюсь, вторых на канале больше. На этой ноте я буду с вами прощаться, но не навсегда, а только до понедельника. А с понедельника мы вновь продолжим затариваться печеньками и чаем, смотреть видосики и стримы. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.